Скажи-ка, дружок, где начинается день? А? Если идти над землей вместе с солнышком, то как определить, где кончается вторник, а где начинается среда? Английский писатель Льюис Кэрролл считал, что это происходит, наверное, где-нибудь над океаном. А они такие большие, моря и океаны. И все так плохо знают, что там над ними происходит. Вот никто и не видел никогда, как вторник становится средой. Гляжу вокруг во все глаза, и каждый миг твержу себе я, что есть на свете чудеса, и к ним стремлюсь душою всею. Куда тропа меня ведет, кого увижу я за нею? Вопросов множество встает, но я смогу, но я сумею найти ответы поскорее. Часто мне снится, что лечу я, как птица, в дивную страну чудес. Там всегда царит лето, даже ночь полна света, и растет волшебный лес. Там весь год цветут розы, песни там поют грозы, там везде и всюду чудо, чудо, чудо. Мне туда попасть надо, знаю, что она рядом. Дивная страна чудес. Сбираюсь вверх, спускаюсь вниз, все разузнаю в этом мире. Всего один со мной девиз: открой глаза свои пошире. Бегу сюда, спешу туда, всегда готовая к сюрпризу. Мечта сбывается всегда, я своему верна девизу. Страна чудес зовет Алису. Зовет Алису. Зовет Алису. Опять ты фантазируешь, юная леди. Эти фантазии начинают меня пугать. Чем отличается письменный стол от ворона? Интересно, а когда нависает угроза, она виснет, как снежная шапка или туча? Алиса, ты сведешь меня с ума. Пока я с тобой, я защищу тебя от всех угроз. А сейчас закрывай глаза. Спокойной ночи. Остается, когда съедена банка варенья. Что останется, когда спета песня? Скучно, когда знаешь все наперед, когда ответы на все вопросы лежат на поверхности. Даже удивляться не получается.
смотришь? Не видишь, опаздываю. Ай-яй-яй-яй-яй, я опаздываю, бедные мои ушки. Но ведь я еще не спала. Конечно, еще нет. А может быть, уже да? Нет-нет-нет, я уже совсем была собралась. Как вдруг гляжу, бежит белый кролик. Ну, разумеется, не было еще ничего такого необычного. Но кролик, но белый. Я даже не удивилась, когда вы сказали: «Ай-яй-яй, я опаздываю». Да, я так сказал. Ай-яй-яй-яй-яй, терпеть не могу опаздывать. И поэтому я не удивилась, что я уже спала. А это не важно, спала, не спала. Людям всю жизнь кажется, что они не спят. А они спят, да еще как крепко. Ай-яй-яй-яй-яй, опаздываю, бедный мой хвостик. Подожди, куда опаздываешь? Кролик! Упала. Упасть лестницы теперь для меня пара пустяков. А наши решат, что я ужасно смелая. Да свались я хоть с крыши, я бы и то не пикнула. Интересно, сколько миль я уже пролетела? Я верно приближаюсь к центру Земли. Дайте-ка вспомнить. Это, кажется, около 4000 миль вниз. А не пролечу ли я всю землю насквозь? Вот будет смешно. Вылезаю, а люди вниз головой. Как их там зовут? Антипатии, кажется. Упала с кровати, голова болит,
чего только не причудится. Причудится – это когда обычно есть чудо. Ну тогда точно мне чудится. Действительно, ты в стране чудес. Так получается, это мой сон про страну? Возможно, и сон, который пропадает, словно черный кот в ночи. А ты прочитай. Во сне невозможно читать. Съешь меня. Тогда это не сон. Добро пожаловать в страну чудес. Всегда закружились обжих. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, ты меня не вспомнишь, малыш. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, ты меня не вспомнишь, малыш. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, ты меня не вспомнишь. И я тебя мяу, малыш. Мр. Ну что же, Алиса, у каждого своя миссия. Если ты настоящая Алиса, а не другая какая-нибудь Алиса. Какая другая Алиса? Кроме меня здесь никакой Алисы. Только я да цветы. Есть девочки розы, девочки лилии. Но чтобы цветы Алисы были...
Сейчас, право, не знаю, сударыня. Я знаю, кем была сегодня утром. Что это ты выдумываешь? Да ты в своем уме? Не знаю. Должно быть в чужом. Видите ли... А кто ты такая? Как твое имя? Алиса. Значит, по-твоему, ты изменилась? Да, сударыня. И это очень грустно. Все время меняюсь и ничего не помню. Чего не помнишь? Снится мне все это или по-настоящему? Глупости. Пусть даже тебе это и снится. Ты ведь пришла сюда не просто так, а ты должна выполнить свое предназначение. Какое? Твое предназначение – спасти нашу страну чудес от гнета Красной Королевы. Ты просто обязана помочь всем жителям нашей страны. Сделай это просто и легко. Давай я открою для тебя двери в рай. Давай покажу дорогу к счастью. Живи, наслаждайся, веселись, летай. Весь мир, все вокруг у твоей власти. Я найду тебе такую любовь. Есть темно, помоложе, побогаче. Теперь, если будешь иметь дело со мной, будет все не иначе, как просто и легко. Как в сказке, просто мотыльком. Останься, просто и легко. И на все проблемы махни рукой. Просто и легко. Для счастья просто мотыльком. Останься, просто и легко. В нашей жизни есть лишь один закон. Живи легко, легко, просто будь мотыльком. Легко, просто будь мотыльком. Легко, легко, легко. Смотри, по тебе уже все сходят с ума. Пойми, это только лишь начало. Поверь, больше никогда не будешь сама. И мне все, о чем ты так мечтала. Как в сказке, просто мотылько. Останься, просто и легко. Легко, 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 легко.
напоследок дам тебе совет. Выход находится там же, где и вход, только с обратной стороны. Порой наш страх придуман там, где его и нет. Порхнула? Ага. Скажи, Чеши, а куда мне идти отсюда? А куда ни иди со своего пути, не сойдешь. Вот впереди шляпник и мартовский заяц. Тебе же все равно, куда идти. Вот куда-нибудь и придешь. Опять только улыбка осталась. Hey!
занято, занято, мест нет. Занято, занято, мест нет. Места сколько угодно. Выпей вина. И что-то его не вижу. Еще бы, его здесь и нет. Зачем же вы мне его предлагаете? Это не очень-то вежливо. А зачем ты уселась без приглашения? Это тоже невежливо. Я не знала, что этот стол только для вас. Приборов здесь гораздо больше. Ты вернулась! Наконец-то свершилось пророчество! Ты пришла! Ты думаешь, это Алиса? Совершенно не похоже. Нет-нет, я сразу ее узнал. Вот, а мы, как видишь, разбиваем чаи. Алис. Все Алисы разные. Thank you.
Выпей еще чаю. Но почему? Кстати, чем ворон похож на письменный стол? По-моему, я могу это отгадать. Какое сегодня число? 4-е, кажется. Я же говорил, нельзя их смазывать сливочным маслом. Масло было самое свежее. Однако поторопимся. Нам ведь еще головы сечь, а время со мной в ссоре. Я не совсем вас понимаю. Королева как закричит: убить время! Он хочет убить время! Рубите ему голову! С тех пор время для меня палец о палец не ударит. И на часах все 6. Поэтому всегда время пить чай. Алиса, а ты ведь знаешь, что все зависит от тебя? Пришла пора победить! Ты думаешь, что мы из воска, выкладывай тогда денежки. За просмотр деньги платят, иначе не пойдет ни в коем разе. Первый. Ни в коем разе. Второй. Задом наперед, совсем наоборот. Ты неправильно начала. Плюс 2 плюс 0 минус 3 равно плюс 12 умножить на 8. Из пункта А до Б выехало 2, а приехало сразу 3. Как-то А и Б сидели на трубе, А упала, Б где-то пропала. Сколько? Осталось у нас в кармане конфет. Считай раз, два, 47. Ой, мамочки, как же ты не понимаешь. Ой, мамочки, прям с тобою. Ой, мамочки, как тебе не понимаешь.
второй надеваешь ботинки. Чтобы снизу вверх падал летний снег, чтобы задом все наперед. Делай шаг вперед, два шага назад, чтобы ноги стояли на месте. В общем, нет ничего проще, время пошло. Сколько, где, кому и что, а? Ой, мамочки, как же ты не понимаешь. Ой, мамочки, прям с тобою беда. Ой, мамочки, как тебе не намекаешь. Сколько, кому и откуда, что, где, когда. Сплошные линии пересекаются точно. А если и не точно, то нам все равно. А ты спроси меня, и даже если не спросишь, на все твои вопросы ответы найдем. Мы знаем все, все, и знаем точно откуда. А если даже и не точно, то знаем за что. Да если хочешь, и даже если не хочешь, а хочешь или не хочешь, предложь. Мы знаем, как помочь. Мы знаем, где помочь. Мы знаем, где, кому, зачем, откуда, что. Ой, мамочки, как же ты не понимаешь. Осторожней, тру-ля-ля! Я не виноват! Это ты толкнул меня под локоть! Правильно, тру-ля-ля! Всегда сваливай на другого! Ты бы лучше помалкивал! Вчера я своими ушами слышал, как королева сказала, что тебе давно пора отрубить голову! Привести этих сумасшедших! Six a.m. summer breeze. I'm drunk again, so I don't feel. Honesty is what I need. I lost a friend, he lost a dream. Tell me what the faces on paper say. If they caught in you by your name, left you to dwell in that lost little head. You're the fool and your bitches just made you pretend. Now you, this time I hope that I'm done, cause I've lost. I build up these walls so my heart takes no more. Give it too much, it's never been love. Это вы съели королевский торт? Как можно съесть торт, если тебе собираются отрубить голову? Очевидно, торт съеден. Не очевидно, кем съеден. Казнить всех! Вся страна чудес в опасности! Все приговорены к отсечению головы от туловища! Жалые руины сквозь череду потерь, через удары в спину, не человек, а зверь. Не доверяй, запомни,
жалости не проси. Ярость свою повсюду молча с собой неси. Проще, еще проще. Каждый должен решить для себя и понять, как именно выживать. Голову, голову в печь, и избавляйся от слабости. Ожидая чуда, это смешно тебе. Ведь у всего есть смысл, ведь у всего есть цель. Чётко за всех решая, будто закроет дверь. Главное, чтоб молчали, главное, чтобы все. Решить за себя и понять, как именно выживать. Голову, голову в плеч, и избавляйся от слабости, то есть исчез. Голову, голову в плеч, и никогда никому ни о чем не простите. Голову, голову в плеч, попробуй хоть раз, ты поймешь, что игра стоит свеч. Thank you.
Гуляешь? А ведь тебя ждет милая королева. Ты обещала ей помощь и поддержку. Как я могла ей что-то обещать? Мы с ней даже не знакомы. Только ты можешь помочь белой королеве сдвигнуть эту тиранку. Change the world.
теперь поняла свою ошибку и собираюсь продолжить свой путь. Твой путь? Не знаю, что ты хочешь этим сказать. Здесь все пути мои. Ну, или Красной Королевы. Но скажи мне, зачем ты сюда пришла? И пока ты думаешь, что сказать, делай реверанс. Это экономит время. Ну вот, теперь отвечай. И когда говоришь, открывай рот немного шире. Не забывай прибавлять «Ваше Величество». Кстати, я Белая Королева. Я как раз вас и искала. Вот она я, душечка. Ты ведь Алиса? Ты мое спасение. Деточка, я так рада, что мы все встретились здесь. Ведь ты можешь сделать красную тиранку. Прямо сегодня. Я буквально уже отчаялась. Отчаялась? А разве дети пьют чай? Только королевы и безумцы могут пить чай в нашей стране. Красная королева потеряла свой тур. Ей нечем отчаиваться. Вот она и решила обезглавить страну чудес. Глупый поступок. Так идем же спасать пленников.
Если отчаиваться, это огорчаться. А чаепитие от слова чай. Нечаянно. Это не отсутствие чая, а случайность. То сейчас, возможно, я в этом сне случайно, то вы все снитесь. А выход там, где и вход, только с другой стороны. Просто мне нужно проснуться. Алиса, просыпайся. Время пить чай. Пусть однажды лишь во сне ты окажешься в стране, там, где кролики бегом спешат на бал. Цветных чудес безумный карнавал. Ты узнаешь, что коты исполняют все мечты лишь у тех, кто не пугается невзгод. И шаг за шагом движется вперед. Мы попрощаемся с детством, но сказка не забудется, ведь в ней немало уроков. Все то, о чем ты мечтаешь сейчас. Пусть однажды лишь во сне побываешь на луне и увидеть сможешь звезды, Млечный путь, что все увидел утро. Однажды точно сбудется все то, о чем ты мечтаешь сейчас. Когда страна зазеркалья, вдали тебе почудится, шагай вперед. Мечтаешь.
Однажды будет ночь, ночи темней, перед рассветом, когда начнется новый день, ты вновь увидишь мир, но чуть светлей, и улыбнешься, и улыбнется все в ответ. Не потеряй в душе огня, а если вдруг однажды станет страшно, закрой глаза, и ты увидишь там меня, и все вернется на круги своя, останется как прежде, нетронутой твоя душа.